Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1214. События дня. 1 Петра 4:7. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. За 13 апреля 2019 года. Ну и объявление просили сделать тут. Затормозите, прочитайте. Умерла вот сестра, и осталось четверо детей. Все показали, засняли. И тут люди стали говорить, а почему не сделать какой-то сбор? Четверо детей, и муж-то на ногах не стоит. Вот все, Галину тут и это. Мы были в деревне в это время, и вот все так и сделали. А дальше я написал. Пенсионерам не стонать, ходить прямо, быстро и не морщиться. Это вчера ролик такой снял. Ну, и дальше считать. Алексей Шахматов, который защищает Владимира Головина. Ну, и дальше, что тут написано? Какие разговоры? Затормозить и прочитать. Затормозить и прочитать. Новость дня. Алексей Шахматов планирует на следующей неделе посетить Барнаул с одной лишь целью – пообщаться лично с Игнатием Тихоновичем Лапкиным. Скайп и не любит. Живое общение скайп не заменит. Хочет снять беседу с Игнатием Тихоновичем в телестудии в Барнауле. Тут объявление скрынник, разговоры пошли, и они между собой разговаривают. Я просто беру оттуда, перебираю здесь, никакого отношения своего не показываю к этому. Валентина пишет, Сартисон с Америки. Елене Скрынник было отказано в крещении в Потеряевке. У нее была есть прекрасная возможность быть в общении с барнаульской общиной. Но она продолжает болтаться по сектантам и питаться ихней блевотиной. Все ищет любви неземной, любвизма. Если бы в это время знакомство общалась с Игнатием Тихоновичем, училась у него, то не путалась бы в своих вопросах. Сейчас больше любящим Игнатия Тихоновича не найти нигде. Елена Пауэр. Точно, Валентина говорит. У отца Никандра денег нету на благотворительность от фондов. И Сергея нету. А и ты остался. Аминь. Сколько сил потратил на их семью и Сергей. Посчитать письма Сергея, там все видно. Наталья. Те, кто ищет любви, в итоге остаются ни с чем. И с пустотой в душе. Наталья Усатая. Валентина, Игнатий Тихонович по сей день любит Елену и ее семью и ждет их настоящего обращения, а не показушного. Валентина, вот истинно так. Елена Скрынник. Вот отвечает большинство мужчин. Валентин, тут никто никого не учит, тут все учатся. Елена Скрынник. Так и я о том же. Группа как называется? Вот я все оставляю, как есть. Вот Валентина, ты женщина. Так. Виталий тут вышел. Валентина. Вы свидетельствуете мой духовный уровень, Елена говорит. А Валентина, духовного возраста не увидела ни грамма. А бездуховность просматривается легко. И вот дальше она отвечает. Не будьте букой, Валентина. Елена, значит, говорит. Дмитрий говорит, вы тут недавно у нас, мне показалось, что у вас нет смирения. Пишите все верно.
Или пишете, если бы «е» было, тогда пишите. Хорошо, но смирения перед Богом нет. Рекомендация, как вы, женщина, общаться в течение месяца только с «ит». Общайте пока ни слова. Проявите свое женское смирение и мудрость. Какой-то месяц без голоса. Спаси Христос. Наталья, а вы уверены, что слышите голос Божий? Судя по вашим вопросам о границе церкви, сомнительно очень. Тут изучаем Слово Божие по толкованиям святых отцов, и тут все участвуют, что касается спасения души. Учить нельзя в храме и во дворе храма, и на застолье, где находится священник, так как это его территория и полное право. Валентина, к рекомендации Дмитрия присоединяюсь полностью. Лена Скрынь, хорошо, хорошая рекомендация. Думаю, это будет верное решение. Так и поступлю. Прости, если кого-то огорчило. Пока покину вас на месяц. А там с новыми мыслями, возможно, и присоединюсь. Пока мне тут как-то самой некомфортно. Но вот это хотелось расшифровать немножко. Они же ведь не об этом говорили, что покинуть, а только молчать. Считаю, что ответ должен быть не такой. Хорошо, на этом все. И покинула беседу. Вот как раз это все на поперек пошло уже. Сказали только помолчать, а я тогда не буду ходить. Это не годится. Это опять то же самое. Просто так сбрыкнуть, и все, до свидания. И опять 3 года, как говорится, куда улетели. С еретиками все время там зналось, это с Кузнецовым. Тут есть еретик из еретиков. Наблудятся, наблудятся, потом придут и начинают это свой блуд распространять здесь. Это я говорю к еретикам, чтобы к этому не привязывайтесь ко мне, Елена. Не надо. Зачем это? Вот Валентина, они все говорят правильно ей. Правильно говорят. Вот это что за это время прошло тут, было взято. Еще вчера. Тут никто не пришел топить. Сказали, Сергей не может, Михаил не может. Видимо, где-то помогает кому-то в другом месте. На дачу кому-то поехал. Ну, я так и не знаю. Ну, пришлось самому тут уголь таскать, золу. Ничего тут такого нету. Я люблю это. Дома всегда делаю, топлю. Володя только уголь подносит. А тут я и уголь пришлось поднести. Ничего, с нас станет. Вечерняя прошла, помолились хорошо. Вот и во славу Божию. И можно показать наши ресурсы. Вот это вот мой мир. Наверное, сразу-то не покажется. Люблю очень эту систему. Мой мир такая она мощная, сильная. Переписывается легко. И все на глазах. Притом сразу и фотографии тут, и все. Ни с какими контактами, ни с какими одноклассниками, фейсбуками, твиттерами даже близко нельзя поставить. Лучшая система, ну, не считая, конечно, Ютуб – это, само собой, отдельная гигантская империя. Вот здесь. Вот каждую фотографию поставил, они вот все на глазах. 435 фотографий, все они тут рядом. Любую бери. Но раньше была эта система вообще. На 10 тысяч друзей, на 10 тысяч, нажать только несколько кнопок, и можно было 12 фотографий послать. На 10 тысяч и 5 тысяч знаков. Вообще, ну, все это закрыли, и сейчас по одному везде приходится. Ну, почему? Потому что начали пакостить везде. И вот так. Вот тут все ставлю, все, фотографии, фотографии. Вот 2 фотографии. Добавил 202 фотографии. Вот они, 248 вот добавил. 319 фотографий вот идут. Спаси Христос, Андрей Новгород пишет. Вот, вы добавили фотографию, добавили. Видите, как 22 тысячи у нас фотографий, 413. А друзей немножко, 4109, так не касается. Музыка. Ну и ленточный наш православный форум, очень сильно составленный, удобный. Много. 1602 темы полностью освещены. Ну и конечно, это наш канал
огромный видеоканал. 14 тысяч, почти 800 роликов. Вот сейчас только поставил пенсионерам не стонать, ходить прямо, быстро и не морщиться. Это вчера. Вот 84 человека за один час. Вот так. Вот тут все это показано. Вот как я побывал на литургии. Это вот, что тут вот впереди? Менеджер видео. Но это ни у кого такой нету. Это я тут ведущий программы все это на ролике. И поэтому вот коммунизм. Так как побывал я, где он побывал тут на литургии. Это Сергей, я все перетаскиваю сюда. Ну и вот ограничено, открытый. Нажал сохранить. Ну на этом все. Все стало теперь видно. Вот возвращаюсь назад. Теперь этот ролик будет виден. Вот он. Все. Сейчас я его обновлю. Вот это. Вот этот крайний-то. Все, теперь видно. Как побывал на литургии в храме Северска. А, тут точки не проставлены. Ну ладно, потом проставлю. Тут что-то вот все, колокольчик. Что тут? Новое видео. Какие проблемы сегодня решает Христос? Советую посмотреть. Проблемы, Христос. Христу слово проблемы применять, считаю, это почти кощунством. Это как же так? Американизма начинает туда. Новое видео. Дорога от Бога. Ну, я смотрю, все считаю. Советуем его посмотреть. Вот сказали, что Шахматов надеется на следующей неделе вот приехать сюда. Я только лично из-за Игнатия Лапкина в стиле студии ничего не знаю. Так это или не так. Ну, вот какие-то сведения такие. Ну, на этом и все.